Боже, шалом, меня зовут Евгений Луканин, я один из пасторов Церкви «Новая жизнь», город Челябинск. Хочу поделиться с вами небольшим словом, хочу поговорить с вами, что значит служить Богу. Есть много различных мнений, и хочу прочитать из книги «Второзаконие», 11 глава, из 13 стиха. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». И что значит служить? Слово, которое используется, или синоним этого слова можно взять, служить, помогать, состоять на службе, прислуживать за столом, подавать, оказывать материальную помощь, помогать в проведении служения. И кто может выполнять функции эти? Это, конечно же, слуга. И дальше из этого местописания мы видим, что заповедь звучит: если вы будете слушать заповеди, любить и служить. И слуга Божий – тот, кто служит из-за любви или служит с любовью. Служение означает любить или любовь. И, конечно же, когда мы открываем Евангелие от Иоанна 3:16, «Бог возлюбил, что отдал Сына Своего, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную». Можем еще посмотреть Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус пришел послужить, потому что Он любил людей. Например, если вы кого-то любите, вы начинаете служить. Невозможно отделить эти два понятия. Мать любит ребенка, и она всю жизнь служит ему, все отдает, всю свою жизнь. Если юноша любит свою девушку, он начинает служить ей, узнавать ее желания, воплощать ее желания. И она также взаимно отвечает ему своим отношениям. И цель – это поддерживать Божью любовь через служение. И знаете, тогда, наверное, надо узнать, а что же Бог хочет? Буквально в конце расскажу одну историю в одной из книг о детях, о любви детей к Богу. Есть такая история. Там есть высказывание детей, и просят рассказать детей о Боге. Вот. И одна девочка говорит, многие молятся и просят: «Бог, дай мне». А одна девочка, наоборот, она говорит: «Боженька, а что тебе нужно? Какое твое желание?» Вот, может быть, иногда нам нужно обратить на это внимание и спросить: «Господь, а что тебе нужно? Я тебя люблю, а что тебе нужно? Что я могу сделать для тебя?» Это будет служение. И я сегодня хотел бы с вами помолиться об этом. А что мы можем сделать для Бога? Что попросит Он нас сделать сегодня, если мы любим и мы служим Богу? Давайте что-то сделаем для Него, не только будем просить Его, чтобы Он сделал что-то для нас, но что-то для Бога. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты излил свою любовь Духом Своим Святым в наше сердце. Ты так возлюбил нас, и мы тоже любим Тебя. И Слово Твое говорит: если мы любим, мы можем чем-то послужить. И я прошу Тебя, говори на наше сердце, что мы можем сделать для Тебя, для людей, которые окружают нас. Какое добро мы можем принести в этот мир, какую любовь мы можем принести. И пусть во всем этом будет прославлено Твое великое имя. Аминь.